Всем еще раз привет. Не покидает ощущение недосказанности и какого-то момента непонимания, что ли. Что за 180-й такой? ЖХ такой сверхсложный, такой тяжелый, что, в общем-то, только хватило на кинг. И то потом калибровку я показал. 175-й вроде бы стоит близко и рядом. Вот посмотрим. Ребят, я понимаю, о чем я говорю. Вот третий раз. Не надо заниматься саботажами и рассказами, что 175 на 5 килограмм отличается от 180-го. Это 4. Это 5. Сломал неровно. Поэтому тяжело даже такие вещи комментировать. Чопы. Все та же. Да. Ну как-то так. В общем-то. Я могу разместить видео со 180-м. Ну, видео с калибровкой вы видели. Могу разместить видео, насколько меня на нем хватило. Калибровка показала, что меня и должно было так хватить. А вот 175-й, даже со всеми порванными пальцами, я размотаю здесь трещины на трещинах на пальцах, не буду показывать. Болевой порог должен останавливать, но 175-й проходимый стержень и достаточно спокойно проходимый, даже в таком состоянии 2 недели беспрерывного лома. Тут вот чуть-чуть могу навести, показать, сколько всего здесь наломанного. Не только мною, тут еще ребята приезжали, но неприятно это все, что платишь деньги, поддерживаешь, а на самом деле все это профанация бендинга, это не бендинг. Ломайте инструментальную сталь, только в инструменталке вы поймете хотя бы разницу друг с другом, потому что не будет этой закалки, это закаленная вещь, потому что сталь 45-я, шестигранник, по идее, должна быть сильнее вот этой штуки. Ну,
намного легче и мягче. Так что давайте добра, всем понимания, пока.